Привет, друзья! Надеемся, что лето добралось и до вашего города. И вы с хорошим настроением посмотрите летние лайфхаки, которые мы приготовили для вас. Итак, включите вентилятор, возьмите стакан холодного напитка и приятного просмотра! Всемайки.ру – один из лучших онлайн-магазинов одежды и аксессуаров с оригинальным дизайном. Огромный каталог принтов, где каждый сможет найти что-то на свой вкус. Футболки, толстовки, кружки, чехлы, рюкзаки и многое другое. Все изделия изготавливаются на собственном производстве и проходят трехэтапный контроль качества. Будь ярким, выражай себя в принтах, дари подарки близким. Заходи на сайт и скачивай мобильное приложение. Для наших подписчиков скидка 10% по промокоду, который вы видите на экране. Ссылка в описании, ну а мы идем дальше. Лето – это период пополнения организма витаминами и микроэлементами. Сейчас на рынках полно зрелой черешни, которая обладает многими полезными свойствами. Но мы столкнулись с маленькой проблемой – как отделить косточку от мякоти, чтобы не повредить форму плода? Выход есть! Нам понадобится пустая бутылка от Кока-Колы и китайская палочка. Положите черешню на отверстие бутылки и слегка надавите на нее палочкой. Таким образом, косточка останется на дне бутылки, и вы насладитесь черешней без косточек, а это намного приятнее. Все мы привыкли употреблять на завтрак кукурузные хлопья. Они отличаются приятным вкусом и быстротой приготовления. Достаточно высыпать горсть хлопьев в чашку и залить молоком. Ой, извините, я немного пролил. Ребята, я вспомнил, есть простой способ, чтобы не разбрызгивать молоко. Возьмите столовую ложку, поверните ее вверх вогнутой стороной, держите ее в таком положении над чашкой и смело наливайте молоко прямо на ложку. Позавтракав кукурузными хлопьями, вы заправите свой организм необходимой энергией для покорения новых вершин. В жаркую погоду главный способ пополнения организма влагой – это всякого рода напитки. Если вы придерживаетесь традиционного способа утоления жажды, но чай не остывает быстро, то приготовьте ледяные кубики по нашему рецепту. Для этого вам потребуется лимон и стаканчик клубники, а также немного сахарного песка. Первым делом поделите клубнику на мелкие дольки, по одной положите в каждую ячейку формочки для льда. Далее разрежьте лимон пополам и выжмите сок в заранее приготовленную емкость. Добавьте немного сахара и хорошенько размешайте, чтобы сахар полностью растворился. Приготовленную смесь разлейте по ячейкам и положите формочку в морозильник. Полученные кубики льда таким способом не только охладят ваш напиток, но и придадут ему особый аромат и вкус. Для следующего лайфхака вам потребуется оконный штапик и хлопчатобумажная веревочка. Сделайте разметку в 30 см и распилите штапик так, чтобы у вас получилось две вот такие заготовки. Привяжите веревку к обоим концам палочек, как показано на видео. В результате у нас получился прямоугольник. Далее приготовим мыльный раствор. Нальем в емкость 600 мл воды и, взяв любое моющее средство, добавим его порядка 200 граммов. Чтобы мыльные пузыри получились огромными, необходимо добавить 100 мл глицерина. Хорошенько размешаем раствор и нальем в широкую посудину. Как видите, пузыри получаются огромные и необычные. Ребята, напишите в комментариях, как началось ваше лето? На этом все. Если вы поставили лайк, то завтра можете не идти в школу.